капитан команды «Зенит» Александровки Андрей Сухомлинов. Ну, что могу сказать? В первую очередь, время плохое. Мы, наверное, не собрались. Да, состав у нас не собрался. Много не реализовали моментов. Блин, и просто ошибочные, можно сказать, немножко в защите были осечки. И, большее время это из-за времени. В принципе, спасибо соперникам, судейству. В принципе, все было хорошо.